Сотрудниками полиции управления МВД России по Одинцовскому городскому округу задержан ранее судимый за разбой житель города Подольск. Злоумышленник в маске ворвался в помещение салона сотовой связи на Можайском шоссе в Одинцове и, угрожая продавцу ножом, похитил 3 дорогостоящих мобильных телефона, после чего скрылся. Сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей. Записи камер видеонаблюдения помогли установить личность и задержать подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.